Давай. Добро пожаловать! Это Алекс, это Forewarn, Даша Рейн, Олег Брейн, все нормально. Всем привет! Всем привет! Здрасте, я поехала. Все нормально. Надеюсь, я не знаю. Пирамида. Я пирамиду. Все? Не, не надо, мы только приехали. Заезжай завтра, мы на экскурсию. Ну, побежали, Алекс, побежали. Смотрите, водичка, пошли купаться. Да, пирамида красивая. Это новая карта, кстати. Это какая-то новая карточка. Да, да. Как оно в VR там нормально? О, на F включается свет. Кстати. Блин, отлично. Мне пока нравится. Вы так забавно бегаете. От этого света столько толку. Посмотри, Даша сбоку, как Алекс бегает. Блин. И так, мы в тупик пошли. Слушайте, да, пошли, нам обратно надо. Куда нам надо вообще? Куда? Вон там палатка, назад! Нам надо сейчас назад! Переплыть. Давай, переплыть реку. Мы как-то фонарики на шлеме включили. А у меня? Да, у нас вот, на F. Вот, смотри, специально для этих самых. У тебя... А слушай, рукой. Попробуй рукой на голове. Он горит у меня? О! О, зашибись. В натуре! Нормально. Танец, давай, сделай танец Тутанхамона. Танец Тутанхамона будет. Это какой интересно? Я выше переплыть надо. Переплыть надо? Реально прям? Я не знаю как. Я тут. А, ты тут мелко. Нормально, не бойся. Ну, не перейти. А давай в вальчер. А Даша, он плывет. Алекс реально переплыл. Так, берем вещи. Тут шмотки надо забрать, да? Измерение, короче, это сейсмограф, если я не ошиблась. Это счетчик Гейгера. Я возьму еще, наверное, фонарик, аптечку и фотик. Возьмите кто-то вот этот типа радио. Радио? Типа радио, давай я возьму. Слушай, я возьму вам свет, у меня свет будет. Вот это дашь? Да, 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 возьми. Так, я взял фотик, взял компас. Какой забавный. Нормально. Это же этот сам факел. Он напоминает, знаешь, этих злых ученых из мультиков. Еще так ручки надо потереть. А что злую? Потереть между собой, да. Так. Так, подожди, а зачем нам фонарик с другой стороны? Фонарик же надо. А, с другой стороны, да, фонарик же есть. Тогда факел в жопу, да? Ну, в смысле, выбросить. Я возьму. Фагня? Факел в жопу. Ай-яй-яй. Не смей. Я буду с фонарем, вы давайте с факелами. Ну, фонарик такой, он не сильно... А что вот это за херня? Кто-то жарит? Факел для чего нужен? Нам же нужно будет зажигать в комнатах свет. Не, я возьму факел, потому что мне как-то с ним вообще... Нормальненько так. Кто-то должен взять только факел, надо, потому что нужно будет свет зажигать. Хорошо. Я возьму только. Олеж, вы тоже аптечку? Тухнет, по-моему, я не знаю. У меня у одной Даши голос меняется, да, периодически? Какой-то высокий, потом нормальный. Я не знаю. Нет, это нет. Так, а что по заданию? Пошли, короче, отсюда. Нажмите. А задание посмотреть. Получение спутниковых данных. Ближайший звездный камеру. Не хочешь камеру брать? Дикогон. Передача. Нет, я не возьму камеру. Добыть реликвию Меджай. Чё такие фризы, а? Существование живого Меджай. У меня тоже фризы. Да, да, да. Жёстко фриз, вообще прям. Давайте пойдем уже внутрь, там уже разберемся. Вы хоть что-то взяли с собой полезное? Да, факел. Так, все, я прям забит. Нет, просто надо обязательно взять компас и разговор. Этот разговор. Ты взяла это? У меня и то, и то. Кого? Фотик взяла. Нажимай. Ух ты. Ну все, до свидания. Все, ух ты, да, нормально так дверцы. Индиана Джонс прям. Нихера. А ну сядь еще раз. Как ты так присел? Присядь еще раз. Даш, закрывай дверь, закрывай дверь. Нормально. Как в мультиках смят. Ой. Да, шутки закончились. Мы заходим. Да. Ребят, эхо появилось. Ничего себе, что это? Фига тут эхо. Так, тут есть рычаг красный. Типа с глазиком каким-то. Зачем вы зашли ко мне? Вот голубой. Зажгите вот тут свет. А можно его? Идем. Ой, фризы. Погали. Надо зажечь. Зажег. Почему ты зеленый? Я не знаю. О, деньги. Биткоины забрал, отлично. Смотри, я что-то открыл. Супер. Записка. Among the ancient texts I have translated, I found notes that imply there may be a way to evil that haunts these ruins by performing some ritual. Добыть реликвию сделать ритуал. Заклятие читаешь? Да. Ребят, а почему? Блять! Вот этот уродец!
Где? Так мама или уродец, кто там? Вот это он нас пугает. Тут какой-то уродец был, ну это, короче, дымок. Так, пойдем куда? Тут закрыто все, нам надо смотреть. Тут закрыто, да. С глазиком. Пойдем. Вы какие-то уходите. Съемы. А вы помните, что тут есть... Ребят, а вы знаете, что иногда этот Миджай может принимать обличие персонажа? Да. То есть иногда ты можешь встретить нас, и если он не будет... Что такое? Что делать? Ну, блядь. Что сделаешь? Тихо. Ты чего? Не пугался. Ух, блядь. Ладно. Сердце бьется. Ну, естественно, так заорать. Блин, офигеть. О, ключ! Я взял ключ. Какой? Какой-то ключ взял. Хватай. Откуда? Не знаю, это куда? Это куда-то ведет? У меня просто что-то фризит жёстко. А может быть, это какое... Это если тебя оживят. Если я тебя... Мне тоже фризит. Ребят, подождите. Стоп. Голоса! Нихера себе голоса. Это же голоса. Так, отметить надо в журнале где-то, так, да? Так, а где я у нас ошибаю. Журнал на Джей? А где на журнал? На эскейпе? Где журнал? Так. L. Доказательство. L. L. Доказательство. Доказательство. Вижу. Мне кажется, это голоса бы. Или ответы от... Нет, это не ответы от духа. Так, искажение, воскрешение... Чё моя книжка? О. Помехи, пламя, шаги. А ты должен планшет открыть. Задачи. Я пытаюсь его из-за плеча достать. Он там лагает. Разрушает предметы, слушайте, прозревает... Дальше. Угу. Что-то упало у кого-то. Компас на полу валяется. Это я... Я... Чтоб планшет достать. А у нас пока нету ничего. Пока ничего нету, да? Тогда идем дальше. Пока ничего. Так, мы по... Ебать, не знаю, но это было стрёмно. Вот еще свет, ребят, вот тут много где, света. Где? Давай я зажгу. Вот здесь. Давай. О, красава, молодца. Там можно пройти, ребят. Там можно пройти, я туда не пойду. Фу, я тоже туда не хочу. Давайте налево, мы уже начали налево шли идти, тогда давай налево пойдем. Давай налево. Блядь, тут аккуратно. Алекс, там нормально? Ребят, у меня магнитуда 6. 7. Куда? Блять! Ай! Я нырнул! Вылазь! Вылазь оттуда! Блять! Куда? Вылазь! А как? Я под водой! Ай-яй-яй! Даша! Зачем? Блять! Пока! А как мне вырваться отсюда? Подсади меня! Вы меня слышите? Да, я тебя слышу! Блять! Мне даже компас не помогает! А все? Нет, давай я посмотрю, может быть... О, я какой-то рычаг нашел, сейчас дерну, подождите, может поможет. Поплаваем немножко. Не? А где вы умерли? Где вы есть, алло? Я ни черта не вижу, сука. Эй, ребята! Ребята, не оставляйте меня одного, вы чего? О! Вышла! Привет! Здравствуй! Вы, а где Алекс? Где вы? Чего вы чего? А тебе надо, Алекс, использовать этого фонарь налобный. О, налобный фонарь. А он же не слышит, он же типа мертв. Он же типа мертв, как он тебя он услышит? Может, я же оживилась. Он может оживиться. Даш, так забирай вот вещи какие-то, смотри. Это его вещи, не мои. И это то, что я могу взять. Как их взять? Алекс, ты нас слышишь? Где ты? Е нажми. Нажимай. О! Отлично! Где ты есть? Бля, жестко. Алекс, выходи! Сука, тут эмбиент в этой игре, конечно, вообще матный. Тебе нужно благословение или благословление Азирис, или как там написано? Иди на свет! Там просто есть три варианта. Он может быть злой мумией. Бабло, собирай, дышка. Ну я же хотела взять, ты забрал. О, ты Алекс! Ты что забирал? Блядь, я опять куда упал? Ты в воду упал! Ты куда упал? Блядь! О, сука! Я сейчас опять вернусь! Это как-то работает! Там деньги! Олеж, там деньги! Да, там деньги, я вижу. Я вижу. А как только забрать их? Не знаю. Так, смотри. Даша, Алекс, получается, оттуда откуда-то бежал. Значит, нам туда, наверное, надо. О, тут какие-то вещи. Что это, блядь? Я что-то нажала. Что ты нажала? Ты слышишь эти звуки? Что ты нажала? Не знаю. Да, нажала, просто она. Что-то нажала. Вот-вот.
Ой, потухло. Тихо, потухло. Кто протухло? Не-не, потух, свет потухает в этих штучках зеленый. Так, я смотри, знаю. Давай Алекса тогда... Потух. Блин, я... Алекса, подождем. Позажигай. Сначала зажги... мы его уже не оживим. А, два раза я уже знаю. Нельзя, так типа? Мы его уже, наверное, все... Думаю, да, у меня было последний шанс написано. Последний шанс. Так, здесь какой-то знак, смотри, какой-то прибор, что это, записка какая-то. Я что-то нашел. Так мы же здесь были, что? Я же здесь была, ты это читала, да? Все, ну, понял. Конечно, мы же здесь были. Ай, жесть. Стали с тобой вдвоем, получается? Давай тогда переиграем просто отсюда, просто нарежем, наклепаем, будет. Ебать. Блядь! Алекс! 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 Я не трогал его! Я его не трогал! Ты что, Саня? Я что сейчас сделал? Конечно! Он сам загорелся! Третий раз нас нашел! Пришел нас обнять, сгорел к чертовой матери! Ты что, с ума сошел? Я ничего не делал! Ой-ой! Это уже не Алекс, да? Это уже по звукам точно не Алекс! Нет, я предлагаю перезайти! Это была Усака! Ну все, всем пока! Так, хорошо. Аккуратно. Главное, смотри под ноги и не упади, как в первый раз. Не упади, не разбейся. Фризит, у меня тоже фризануло, бля, жестко. Жестко фризануло. Блин, это страшно, конечно, звук. Итак. Он же ловушки сразу. А извини, пожалуйста, все случайно генерируется. Ой, блядь. И что, мне надо будет бегать? Назад! Я туда не полезу, вы чё? Идём сюда. Я домой. Идём. Пошли. С какой бегает забавно. Бэм-бэм-бэм. Тут что-то есть. Так, не падайте, не подходите к воде, ни к чего. О, я сейчас зажгу. Да, под ноги смотрите. Давай. Давай. О, деньги, наконец-то. Так, бабло есть. Так, не фризь, пожалуйста, твою мать. Ой, ой, ой. Штука с ногами. Я нашла. Быстро. Блин. Что ты нашла? Я нашла саркофаг. А я нашел какую-то фигурку фараона. Сломалась, я нашел фигурку фараона. Бля. А я деньги нашла. Что вы все находите? Алекс, возьми фигурку фараона. Как у нас открывается жопа? Фигурку фараона возьмет кто-то? Сейчас. А что с ней надо? Смотри, не-не, возьми, попробуй. У тебя ячейка. Вот. Смотри, вот. Разрушение. Ты так не стоишь. Ячейка вот нет. Есть у тебя куда? Ой, ничего. Ребята, да, вы написали разрушение. На нахер. Куда? Нет, разбить не надо. Нет, не написали. У нас есть разрушение. Напишите. Так, что у нас здесь опять? Among the ancient text. Блядь. Ее, наверное, куда-то поставить надо, я думаю. Ее куда-то надо поставить, так, и она а что-то откроет. Мне тогда, вместо чего-то взять? Ну давай я тогда... Блять. Что за нахуй? Тихо. Что за хрень? У меня фотик пошел есть. Пошел отсюда. Так, нормально все? Так. Кто а аптечку выбросил? Вот там открыть. Это не я. Я выбросил, я взял эту херню вместо нее. А, говоришь, правильно. Угу. У тебя торчит она. Так, ребят, тут гробница. Хорошо. Так, только бы не... О, хотите, гробничку будете? Сейчас мы сфоткаем, сейчас я нормально. Я уже сфоткала, говорю. Ну. Алекс, не есть хочешь что-то? залезть? Пока! Давайте! Я подожду следующую карту! Кто-нибудь придет? Ой, факел погас, откройте! Добро пожаловать! Страшно, да? Нормально, кстати! Хорошая штука! Слушайте, как это... Меню открывается. L. Кнопка L. Как открывается? L. Кнопка L, да. L, да. У меня кажется, больше 10. Нет. О, монеты. Пока ничего не было. Так, идем. Я монеты дошел. Да что? Что за хрень? Все в порядке. Я не понимаю. Все отлично. В порядке. Все в порядке. Все в порядке. Порядке. Паря. Блядь, ты разбил что-то! Ты что-то разбил! Что это был за звук? Разрушение. Разрушение. Ну и пошел давай такой уверенной походочкой. Деньги! Мое.
Фига. Слушайте, какая-то странная комната, вам не кажется, нет? Ну, типа такая вот. Почему? Может, что-то нажать надо? Не? Она какая-то подозрительная такая. Слушайте, рычагу. Блядь, что это? Что это? Открывается что-то? Накаркали! Не знаю. Если честно... Ладно, хорошо, идем дальше. Хочу, что это? Алекс, тебя куда-то в боку носит. Так, тут... Меня вообще, да... А вы хоть взяли какой-нибудь предмет? Ребят, возьмите предметы в руки. Мы взяли. Радио надо взять. Есть. Я с компасом хожу, не знаю, он так... Зачем мне вот здесь? А как в другую руку взять? Куда? Могу вам показать десерт, если что, если вам надо. О, денежки. Так. О, здесь свет. Давай. Зажигай, Алекс, давай. Во. Супер. Давай зажигаем. Так, ничего не бывает? Зажигаем. Так, 4. Ну, зараза, ну что ж ты фризишь-то, тварь, ну? Фризануло. Блин, у меня тоже. Да, у меня тоже периодически. Тут тоже свет, и тут бабки. О, деньжата. Так, и все. Хорошо. Сколько у нас? 60 голды. 74 у меня голды, кстати. Что за пыхань? Вы слышите? У меня... Это что такое? Голоса да. были, да? Голоса были, кажется. Нет, у нас тут нет голосов. А что за было? Ну, просто тебе не было так скучно. О, свежие цветы. Свежие цветы. Свежие? В гробницу принеси. Свежие цветы. О, здесь я будет весело. Бля. Так. Я прошел. Алекс, теперь твоя очередь. Аккуратно. Пики точеные. Пики точеные, осторожно. Оп! Давай, о, молодец! Ну хоть не дроченые. Все. Эти нам, да. Мумии стоят, смотри! Тут две мумии. Это что было? Тут стоят две мумии, ребят. Это у меня вчера уебало. Ебать, тарахни. Тут две мумии, надо сфоткать их. Блять, да не лагай ты, мразь. Это кто рычит? Так, фотка мумии есть, хорошо. Офигеть. Да. Да, я сделаю фото, подожди. Сухачок с Египта. Есть. Сухачок с Египта. Сухачок с Египта. Ребята, пойдем отсюда. Бля, и тут еще две мумии. Там что-то левитирует. Там что-то левит. Что это? Волшебная палочка. Вингардиум Левиоса. Палочка? Я нашла Левиосу. О, эту мумию надо сфоткать, погоди. Фоткай! Авада Кедавра, блядь. Я сфоткала. Я тоже. Алекс, не хочешь к ней залезть туда? Не, ну это сами без меня. Так, сейчас я померяю. Закрывайте. Как оставить вас наедине там? Она же разбила эту самую. Вазу разбила, вы что? Что там творите с мумией несчастной? А мы комнату Миджая так и не нашли еще, да? Еще нет. Хотя это маленькая. Аккуратно! Аккуратно. А если сесть? А, не работает. Что за блядский звук? Что это? Что это сейчас? Что это? Я не знаю, я бегу, блядь. Я не знаю, что это. Посмотри свое здоровье на смарт-часах. Вы здесь были? Да хер его знает. Что я слышал, бьется тух-тух-тух-тух. Ребят, мы здесь не были, по-моему, или мы отсюда пришли? Я не помню эти палки. Они были тут? А, это лестница. Ну, подъем наверх. Так, слушайте, это начало, по-моему, самое, нет? Начало. Нам сюда. Ребята, нам сюда. Мы ж там тоже были. А, ну да, мы же... Блядь, вы не захотели сюда идти. Там вот не были. Опа. Я и до сих пор не хочу. А как ты сквозь пробегаешь? Давай, как в этой игре, помнишь, где надо нагнуться? И пройти. Как она называется, Даша, забыл. Пиздец, они крутые. Как? Ну помнишь, они под турником проходят. Как это? А, тара-тара, под музыку, все. Нормально, все. Ребят, вот это, наверное, джаевская эта хрень. Туда не надо идти. Это гробница, я думаю, да, вон 4 плиточки, наверное, надо угадать. Ну, короче, там делать нечего, давайте прямо. Так, раз. Олег хитрый. А я между ними встал. Держим! Я сразу две не про... Меня ранило! Вот, для этого с собой носится аптечка. Здоров, я себе. Понимаешь? И я здоров. У меня тоже 84 хп, нормально.
Так, ой, блядь, что-то напряженная игра, конечно. Как, свет? Это слово. О, а мы там были. Странно. Да? Ребята, Тревор детектед! Кто? Тревор? Что-что? Тревор? Отмечайте, отмечайте! Сейчас разлагается, подожди, она очень жестко глючит. А, потрясение. Мы землетрясение. О, да. Что? Что это, бля? Никто не знает. Это что-то. Пойдем по кругу. Ни черта, блядь, не вижу. Деньги, Даша деньги видит даже в темноте, я смотрю, да? Мумия. Так, еще одна мумия здесь. Кто-то будет фоткать? У кого-то есть еще фотоаппараты? У меня ноль. У меня есть еще. Одна фотка есть. Это... У меня еще есть. Даш, сфоткай ту мумию. Готово. Цветы, кстати, реально нормальные. А закрывать надо саркофаги? Кстати. Или они как в лифте родились, так открытые останутся? Зачем? Я тоже думаю, нахера. Ну это ж типа ты потревожила его. Ну все, будет потревоженный. Так, налево пойдем. Так, Даш, слушай. А у меня рация вот эта желтая, она зачем? Рация, надо пробовать говорить. Как-то. Надо, да, Ирфер. Может ответит. Спроси. Слушаю. Написано слушаю. Меня кто-то слышит. Слушает. Альпер, ты здесь? Как а там, компас кто-то попросил? Это, ну я сейчас его на поясе. Я потому что с ним хожу, я... Я возьму его, давай я его возьму. Я же выбросил. Меня медый, да? Да. Давай. А я похожу с рацией тогда. Буду с рацией. Да, да. Фачил, поднять не могу. Ты наступил на компас. Я не могу поднять. Нет. Я не могу поднять компас. Ну, сейчас все. Перекину. На, я тебе могу руки. Спасибо. Нет, не я поднимаю его. Так, нету места а просто. Я не могу. Блять, хуй так, какая-то бежит сюда на вас. Блять, блять. Там кто-то бежал на вас. Что-то было. На нас мумия бежала с головой. С головой? Господи. Короче, плевать, пошли отсюда. А куда нам? Мы тут были. Где мы не были? А здесь что? Куда идем? Тут я зажигал, видимо, свет. С кем? Зажигал. А тут что? А где комната Миджая? Может, мы так найдем уже? А тебе погулять не хочется? Блять! Блять! Что за хуета? Что это за хрень? Алекс, беги! Отходите, это же сука! Бля, ну так стрёмно звучит. А, мы в начало, Даша. Мы вернулись в начало. Пошли там, где комната Миджая. У ловушек, я помню, ты сказала, идти на другую сторону надо. А там мы были прямо? Я уже запуталась. Вот куда? Здесь надо пройти. Так, вот тут. Потом туда. Вот. Ой. Немножко вам света. Сахнуло, да? Вот, вот, вот. Вот там. Да. Так, осторожно. Но мы не находили картинки же. Надо сейчас так угадаем. И что тут надо? А, вот он. Мы же не знаем, кто у нас, мы же не нашли еще все улики. Ну, что может, предположительно шагать? Кто-то может. У нас типа легкий уровень, как бы так, знакомительный. Поэтому я бы ничего не трогала сейчас. Так, потревоженные гробницы, электронные помехи, потушенное пламя. Пламя потушенное тоже ставьте, пожалуйста. Он же тушил не пламя, было. Да? Не было? Нет, он не тушил у вас пламя. Воскрешение. Слушай, если я видел мумию, значит это воскрешение было? Же, которая бежала на вас. Она не выходит. Нет, воскрешение не так выглядит. А-а-а. Они оживают и вылазят из саркофагов. Ну, понятно. Ладно, пошли. Вам надо разобраться с магнитным искажением. Блять, блять! Вам надо разобраться. Так. Это что за хрень? Не знаю. Домой хочу. Я домой хочу. Фазму родную, да? Я понимаю. Так, аккуратненько. Так, ладно, выйдем сюда. Блядь, да на! У тебя есть эта аптечка? Что за робот? Есть аптечка, кстати, да. Нету. У меня есть, я могу тебе дать. Я ее сейчас скину на пол. А я не знаю, сколько у меня даже хп. На часы посмотри. Какой пробел, он же в VR. А, на часы же точно. Вот. Так, 74, окей. А, ну, это нормально. Нормально, наверное, еще. Еще нормалек, жить можно. Это нормально, это пойдет. Надо разобраться с компасом и с радио. Давай разберемся, каким образом. Ну, надо, чтобы у нас были какие-то улики. У нас только две улики. Надо. Я нашел какой-то синий символ. Тут синий символ. Олег, ты не поди... Радио пропало? Радио пропало. Олеж, ты не брал радио? Уронил, чтоб...
Начал подбирать, да. Оно как... И все? Я могу подняться и задать. Отлично. Блин. Я не вижу на полу радио. Может, оно под текстуру упало? Ладно, прямо здесь было. Что, глючит-то, короче. Ладно. Ёбаный, блядь. Вон туда побежал. Хуя ты выродил. Блядь, я ж факел выродил от страха. Здесь? Во, там символ. И? О, лампа какая-то. А, мы в начале, в лобби практически. Находим. Мы здесь, алло. Мы здесь, Даша, мы рядышком. Короче, надо открыть вот эту дверь. Надо найти где-то плиту нажимную или рычаг, который... Вот синий глаз вот этот. Рычаг, рычаг. Откроется, да, откроется вот туда проход. Там что-то может быть. Are you here? Here are you? Так, ищем рычаг, да? Угу. А знаешь, где он может быть? Там, где мы свет зажигаем, вот, например, позади этих штук со светом. За колоннами, да. Вот тут что-то. Бля, так темно, пипец. Да, осматривайте статуи. Не, нету. Тут. Он светится в темноте, то есть мы его в любом случае увидим. Ну, не факт, опять же, что ты его так легко увидишь. Ну, зажигайся, мразь. Тут нету. Чё у вас там, все в порядке? Да, он тут пупух-пупух делает. Пупух-пупух. Вам надо ходить обязательно с компасом в руке. Потому что я слышу... Сердцебие. Блядь, он за нами забежит! Бежит за мной, мумия! Блядь. Ай! Еще раз! Мумия, он тут бегает. Мумия за мной бежала, я его ударил, он побежал к Даше. Да. Хера? Можно ударить? Ребята, мы здесь были? Да, можно ударить. Вот тут... А, блин. О, а вот же нету, смотри, пустой. Или тут был кто-то, нет? Не было? Нет, это мы открывали, мы сюда Алекса запихивали. А, точно. Я уже запутался. А где вот эта фигурка? Мы опять вернулись сначала, блядь, классно. Да, да я знаю, что вы вернулись. Вы... Ребята! И плохой звук. Очень плохой звук. Очень. Не стоило меня тревожить. Кого компас? Меня, Даш, я смотрю на него постоянно, а что он должен сделать? Он должен начать вертеться. Вертеться. Что за звуки? А, ловушки. Так, пока не там, поищем здесь. Хорошо. Бля. Плохо. Ребята! А вы где? А ты где? Я у входа, где дерево, где лестница. Мы тоже сюда идем. Что, бегом, бегом. А, вон они. Че вы там делаете? Так, мы что-то не пос... Вот здесь. Ну, фу, я хожу, слушаю. Тут мы были. Там мы тоже были. А что здесь? Что мы сюда ходили, да? Блин, что-то она реально напряженка. Сука, игра напряженка. А, здесь, по-моему, ребята, здесь. А, мы были здесь, по-моему, ваши эти. Да, были. Здесь нет никаких рычагов. Блин, что мы кругами, да. О. Да, рычагов нету. Не знаю, даже компас ничего не показывает. Больше не знаю. А радио? Ой. Опа. Эй, ты тут? А радио ты же... Are you here? Where are you? Даду. Задувает, блин, ладно. Факел все время. Сердце бьется. Так, здесь мы были, здесь ловушки. Ну так, а может там что-то да. Не увидели? Нет, там не было проходов. Зато мумии, пожалуйста, дохера. Слушайте, а я могу пойти посмотреть на карту? Сердце. А выйти уже нельзя наружу. Почему? Я ж только что выходила, брала этот самый. Я сейчас выйду. Тю. Пойду карту посмотрю. Я ж была... Алекс. Вот я вышла. Пока-пока, я наружу. Вышла. Алекс, ты где? Ты живой? Я где ловушки потом? А какие? Их тут несколько видов. Пики точеные или эти, драчо? Блять. Я тебя слышу. Все, отлично, я тут. Она ушла, что оставила делать? Нас.
Блядь, да, да я бы с часа тоже думал. Блядь! Ты где это здоровенный тварь, блядь? Он выше тебя, блядь, это две головы. Я пошел, я домой. Бля, он здоровый был. Нихера себе. Нас какой-то Бигфут пытался... Идем. Ну что, Даша? Мы открыли 88% карты мы открыли. Мы не какой-то этот самый не увидели. Кому-то хоть раз из вас задували специально факел? Да. А я не пойму, он периодически тухнет. У меня задувался, был такой звук. Вот так вот. У меня была специальная задука. Ну хорошо, давай тогда поставим. Потушенное пламя. Так, сейчас разлагается. И все равно у нас два типа. Потушенное пламя. А если не угадаем, что будет? Ну, будет плохо. Крышка открывается, закрывается. Не было. Частицы металла я не слышала. А, металлоискателя у нас нет. Шаги не слышали. А вот эту штуку, да, ее куда надо? Вот эту вот, матреху эту, бля. Куда? Не знаю пока. Куда-то. Зажгите свет. У меня, кроме этого самого... Ой! Так, какой-то мы коридор не, в общем, не нашли, я так понимаю, да? Если ты говоришь, а мне кажется, мы все нашли, мы просто не можем пока улики найти. А, ну или так. Какой-то улики не хватает. Блин, туда стрёмно идти, на самом деле. Where are you? Нифига ты пролез. Oh, where are you? Ой, он тут! Ты здесь, ты тут, ты там. А чё звук такой, как под водой был сейчас? Сзади, за тобой, Олег! Жесть! Нихера. Да, я тоже слышу какое-то странное. Чё это было вообще, блин? Я живой? Нормально? Так, хорошо, ребят, ну... Ну, давайте угадаем, не угадаем, ну, попробуем хоть как-то вести. Хорошо, давайте, а там нету описания этих додиков? Есть. Давайте у нас либо Некреф, либо Талгор. Ну, смотрите, фонарик или этот самый налобный фонарь меня не моргал. Шаги, так, я не знаю. Разрушает предметы. Шаги не могут быть. Разрушает, тушит пламя, воскрешает усопших. У нас, смотрите, у нас будет либо, либо частицы металла, либо воскрешение. Ну, с металлом то ничего есть, не было. Чтобы понять. Это металлоискатель, у нас нету металлоискателя. Может, воскрешение? Ну ладно, давайте Талгора попробуем. Давайте. У нас просто... Алекс, ты что-то мандражируешь. Хотя... Не, без разницы. Я Талгор открыл, я не знаю, я слушаю вас, потому что я ничего не понимаю. Лучше что делать? Ну, давайте попробуем. Ну пошли, попробуем, да, понажимаем. Нет. Где, это разве сюда надо было? Да. Да-да-да. Вон следующий. Сюда. А понимаете, что мы не знаем, где рычаг, который откроет нам проход обратно, если мы ошиблись? Да, это печально. Так, ну что? Так сюда никто не зайдет. Я не хочу нажимать. Не стой на пиках, ты умрешь, наверное, сразу. Давай если на пиках будешь стоять. Я отойду. Внизу вот эти штучки, вот эти штучки внизу. А что? Да, поэтому идите ко мне. Это выдвинется, да? Наверное, да. Да, идите ко мне. Вот так лучше не знать, не сидеть, да? Ну ладно, давайте. Так, кого вы поставили? Дратоса, Талгора? Я Талгора. Ну я тоже этого толкнул. Чтобы подтвердить, знаю. Надо нажать чуть-чуть. Кнопочку. Я нажала. Неправильно! Неправильно, да? Гробница была запечатана. Всё, Алекс, тебе капец. Тебе хана. А-а-а. Мы что, провалили касту? То есть это не Талгор, я да? Я сейчас тебя подлечу, нет. Самое время, да? Сейчас будет искать мумия. Ну что, мы первые его найдем. Миджай перешел в форму хаты, обрел тело. Бегом, да. Сваливаем. Что теперь делать? Бежать отсюда. А мы сможем разве выйти? Вон он! Где? Вон он! Блядь, давай, вон, вон! Где? Вон, вон, впереди, смотри, вон какая хуйня! А, куда она, сзади тут? Давайте пик. Здесь и останемся между пиками. Давай! Ну, мы сейчас здесь... А он не зайдет, думаешь? Я не знаю. Я не знаю. Он там был, я его видел. Блять, вот он! Мама! Ебать, он стрёмный, нихуя! Блять, я... Бля... Бля... Ай! Бля... Нормально, выбери свою стезю. Хороший труп. Так, вот, кстати, вот Азирис, смотри, благословение, благословение Азириса. Я в мир живых возвращаюсь. Я тоже попытаюсь. А что, Алекс выжил? Реально в этих условиях?
Ой, я в тебя вернулась. Так, вот, забирай, что есть. О, факелочки. Я не могу взять. Если бы она не фризила, эта тварь, блядь, то было проще. Так, о. Сейчас я... Факелок. Алекс, ты с нами? Я хотела спросить. Ты живой? Давай на выход, мы на выходе. А вон шмотки, смотри. Вон все наши вещи, Даш. Да. А ты понимаешь, что этот придурок до сих пор здесь ходит? Кто? Ты про кого? Ты про кого же? Это что такое? О, кинжал, нихуя. А у кого из вас кинжал был? Это у меня был кинжал, я же говорила, я нашла. И деньги мои. И аптечка моя, и деньги мои. Все твое. Так, сейчас полечусь, подожди. Эй. Давай. Погнали тогда к выходу. Мы здесь, идем на выход. Алекс, мы прямо у... Блядь, Даша, Даша, не смотри, не двигай, не трогай. Блядь, давай, давай под контрол нажми, залезем под эту хуйню. Может, он тут не тронет нас. Ты будешь? Может, он... А тут типа ты залез. Здорово. Здорово. Я здесь. Я живой? Да. Я живой? Да, да, да. 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 А как нам нужен выход? А синий рычаг кто-то находил? Синий рычаг мы не находили, к сожалению. Может, он появился сейчас, нет, вот, нет, типа, нет. Сейчас появился, вот, когда дух может достал. Быть, там где-то глаз был? Пошли. Ребята, он здесь. А ты на него смотришь прям, да? Нет. Где он? А, вот твои шмотки, да. Бабло. Да, да, да. Это бабло Алекса вообще-то было. А, извините. А тебя прям тут убили, что ли? Уже не до бабла. Да, прям здесь. Я аж хотел, думал, подниматься или что. У меня со спины меня раз, и все. Проверим, что. Там некуда подниматься, там закрыто. Да, там закрыто. Надо искать. Ну вы даете. Ну как так-то? Но это не от нас зависит, к сожалению. Нет, по факту это зависит от нас. Ищем рычаг. Ищем рычаг. Теперь надо бегать искать рычаг. Да, и что? Ой, слушайте, я пока... Стойте, я пока от него убегал, нашел какое-то место, и, блин, я же без факела, правда, бегал. Слушайте, там так, большой этот был, и там такие большие эти камни из стен выдвигались вперед, назад, вперед, и я сейчас не помню. Где он? Он там за вашей спиной. Вон он пропал там, где эти ваши пики любимые. Так. Вон он стоит. Слушайте, надо... Вон он, где пики. Так, не подходим к нему. А может, типа, нельзя зрительный контакт, чтобы был там или как? Никакой контакт. Я отвернусь. Не знаю, я на всякий случай отвернусь. Слушайте, ну надо вернуться туда, я, по-моему, там... Смотрите, надо, чтобы кто-то один сдох и стал хорошей мумией. Хорошая мумия может увидеть рычаг. Сзади! И привести людей к выходу. Хотите, я могу? Бля, он здесь реально. Давайте я. Он прошел. Не, не надо, нет. Вообще мы сами найдем. Да давайте, не ссыте, чё вы? Не, ну давайте, сейчас все равно кто-то сдохнет. Не, пойдем вот туда. Вы здесь были? Вон этот глаз, может здесь он? Да. О, так оно открыто. А, закрыто, бля. О, аптечка, ребят, кому надо аптечка? Хильтесь, вот аптека. Аптечка. На полу лежит. А вот там, наверное, выход может быть. Я да. только воскрес. А посмотрите, у кого хпшки. 66 у меня. У меня 62. А это же пульс, типа, или это не, здоровье, нормально. Или как? Это да, пульс, нормально, это все попало. Здоров. Пойдем, пойдем отсюда. По цвету, видимо, я здоров, так, я здоров. Так. Пойдемте опять где крутинки. Мне кажется, что там какое-то место еще не. Блять, он тут! Охуенно! Блять! Сука! Стрёмный. Ой. Сюда! Нет! Не сюда! Ой, сюда! Блин. Со мной! Аккуратно! Он убил Алекса! Вон он! Алекс убила! Назад! Крутилки, крутилки, где? Смотри, давай! Посмотри! Давай, смотрю! Какие крутилки? А, ты имеешь в виду те крутилки? За мной тогда! Даша, я слышу, как его цепи скрипят! Олежа? А! Его цепи скрипят, если мы назад вернулись, это дом наш. Так тут крутилки! Вот они! Блядь! Ёбаный-бобаный, блядь! Нихера! Как он заорал-то! Крутилки. Надо было не пугать нас! Мы же обосрались, блядь! Вот рычаг, я нашла! О, рычаг, давай! Нажимай. Все, бежим. Бежим обратно. Спасаемся. Спасаемся. Быстро. Вход открыт. Все, теперь надо сбежать просто отсюда. Давай. Быстро, быстро. Мы быстрее. Сейчас, подожди. Так, надо быстро мухой нахуй на лестницу. Ай, похуй.
Похую уже, просто похую. Жали. Беги! Есть! Надо было что? Алекс бы все равно не вышел, он же мумия. Ёб твою мать. Так, мы реликвию забрали. Ты забрала нож или что там надо было? Ты нож забрала? Скажи мне. Нет. А как же? Как нет? А ты забрал? Нет. Это реликвия из этого самого. У нас нет реликвии. Ну и... Мы же запечатали. Поехали. Ты знаешь, как ехать? Тут как-то можно нажать было. Да, можно, только осторожно. Совершить экспедицию. Вот, все, пока. Все. Япона мать. Это было что-то с чем-то. Надо здесь закончить, я думаю, эту прекрасную серию. Я же-то улику какую-то так и знала, что мы не нашли. Фу. О, здравствуйте. Опять? Ну что? Я добрая мумия. Жалко, да, что не нашли? Жалко, да, но это было очень интересно. Но получилось супер.